Здравствуйте, уважаемые сетезрители и любители баскетбола. В прямом эфире Бизоны ТВ покажет вам второй матч. Финал за пятое место чемпионата России среди женских команд. Встречаются между собой Чеваката Вологда и Динамо Москва. С вами Борислав Гуляев и Светлана Явкина, мастер спорта по баскетболу. Второй матч. Первый матч, который был в Крылатском, завершился убедительной победой Динамо. Московского Динамо. 98-79. Настолько, что убедительный, что преимущество Динамо по ходу встречи достигало 30 очков. В общем-то, не характерная такая большая разница для... Для Чеваката? Для Чеваката, да и для вообще для матчей как бы вот этого... Уровня. Уровня. Но что случилось, то случилось. Но, тем не менее, в предматчах интервью и тренеры, игроки говорили о том, что легкой прогулки сегодня никто не ожидает. Ответный матч... Дома помогают стены, как говорится. Свет, чего ждешь вообще от второй игры между этими же самыми командами? Ну, во-первых, упорной борьбы, потому что Вологде нужно выигрывать. Я думаю, девчонки, отступать дальше некуда, да. Вот показывают нам сегодня арбитров, которые обслуживают старший судья Александр Горшков, Иван Алафеева. И судьи в поле Василий Поздняков, категория Брянск, и Дейв Алексей, первая категория Санкт-Петербург. А комиссар Александр Жук, город Санкт-Петербург, и гимн Российской Федерации. Эту программу представляет интернет-магазин «Стритбол» и компания-производитель спортивной одежды «Элеганта». Несколько минут остается до начала, а точнее почти 4 минуты остается до начала второго матча финала за пятое место. Итак, Вологда проиграла, и «Динамо» ведет в серии 0-1. Серия, как напомню вам, до двух побед, поэтому... Лишь одна победа отделяет «Динамо» от пятого места. Волос, практически Вологда повисла на волосе, но в регулярном чемпионате, я напомню, что Вологда заняла пятое место, и «Динамо» Москва седьмое. И Вологда выиграла обе встречи у «Динамо», как здесь в Вологде, так и на паркете Крылатского. Хотя обе встречи в регулярке складывались непросто. Но сегодня плей-офф, сегодня совсем другие игры, совсем другие матчи. Итак, Свет, чего ждешь? Хорошей игры, надеюсь, быстрой, потому что первый матч, я помню, была такая тягучая, вязкая борьба.
вот бодрое такое, бодренькое представление хозяек Вологодской Чевакаты. Мы представим гостей. Да. Динамо Москву, номер 4, Хазова Марина, номер 5, Федоренкова Екатерина, номер 6, Пименова Анастасия, номер 7, Екатерина Сытняк, капитан команды, номер 10, Харченко Елена, номер 12, Вероника Дорошева, номер 13, Ирина Соколовская, номер 15, Татьяна Попова, номер 12, Кристи Толивер, номер 23, Татьяна Григорьева, номер 24, Кристал Лэнхорн и номер 26, Виктория Соловьева. Тренер Владимир Штам, помощник тренера Александр Пономаренко. Вот из всех перечисленных тобой людей, наиболее опасные, конечно, Кристал Лэнхорн, Кристи Толивер. И Ирина Соколовская. Вот как мы помним, в первом матче Ирина набрала 23 очка. При совершенно потрясающем проценте попаданий с игры, как из-за дуги, так и с выдающимся процентом средних бросков атаковала московская «Динамо» кольцо Вологодской Чевакаты. И еще тогда в Крылатском мы с тобой выражали опасения, насколько удастся московскому «Динамо» сохранить вот этот высокий процент попаданий. Процент попадания, да, игры. Конечно, у меня нет сомнений в высоком классе, в высочайшем классе игроков московского «Динамо». Но, тем не менее, вот стартовые составы появились на площадке. В составе «Динамо» это Кристал Лэнгхорн, Кристи Толивер, Татьяна Попова, Ирина Соколовская и Елена Харченко. В составе Вологды это Лори Мор, Светлана Маклина, Маша Черепанова, Кристина Аликина и Джессика Девинпорт. Девинпорт выиграл стартовое вбрасывание. Черепанова забрасывает мяч. Хороший заброс. Отличная ситуация была для атаки у Вологодской Чевакаты. Но мяч отказался идти в динамовское кольцо. Толивер с мячом, Харченко. Личная защита с самого начала, да? Да. Вот, и одна, и другая команда. Ирина Соколовская против Джессики. Угу. И там совсем одна осталась на подборе Кристал Лэнхорн. Первые два очка «Динамо Москвы» набирает энергичный, Кристина Аликина. Скидка вход на периметр. Маша Черепанова ищет там заброс на Джессику. В лицевую. И что? О! Персональное замечание Елене Харченко. Да, номер 10. Из-за лицевой будет вводить мяч Светлана Маклина. Очень эмоционально изобразил Александр Горшков. Ух, как хорошо подобралась сейчас Джессика. И фол нападения, мяч не засчитывается. Не засчитывает судьи попадание хозяек. Татьяна Попова начинает атаку «Динамо Москвы». Харченко на периметре. Ух, какой хороший перехват Кристины Аликиной. Перевод на Маклина. Света Маклина. Ух, как хорошо хотела. Показала скидку и остается, поборолась. И не успевает Ирина Соколовская. Ирина Соколовская, да? Да. Владение Вологды. Маклина очень активно атаковала, после промаха поборолась. Да, осталась в игре, и мяч остался. Ну, еще. У хозяек паркета. Второй шанс. Да. Джессика. Света Маклина. Очень близко Татьяна Попова к ней играет. Скидка на периметр. Харченко подбирает мяч. И Кристи Толивер. И форсирует атаку. Высоко играют обе центровые, да, вся передняя линия. Начинает высоко. Вытягивают большие, да, вытягивают большие для маленьких, чтобы, наверное, обостряли. И Лэнхорн развязать руки под кольцом, и маленьким, конечно. И подбор Маши Черепановой. Разобрались вологжанки с этим. Мне кажется, присутствует нервное такое напряжение, да, у команд пока. У обеих. Да. Обеих колбасит. Да, да. Ну, и в общем-то, «Динамо», может быть, неожиданно, может быть, ожидаемо, не знаю, получило преимущество в этой серии, победив на домашнем паркете. Победив на своей площадке, да, дома. Лишь 37 минут чистого времени может отделять их от общего успеха в серии. 33. А Вологда отыгрывал? Да, 33.
10 секунд остается до окончания атаки. Из-за лицевой будет мяч вводить игру Лори Мор. А Вологда-то отыгрывается. И сегодня у хозяек паркета нету права на ошибку. Вообще никакого. Да, 6 секунд остается. Прошло 4 секунды. Три с половиной минуты отыграли команды, замен пока нет. Джессика со средней. И точные 2 очка. Первый, 2-2. Ты помнишь, Крылатским, какой счет был после первых 5 минут? Ну, уже больше 10 очков набрали обе команды. Сегодня, ну, как мы помним, там были просто сумасшедшие процент попадания. Да, да. Сегодня от результативности не нету и следа. Да. Ни малейшего следа. Ну, мне кажется, и за 5 минут, вернее, 3 сыгранных минуты, пока нет такого количества бросков. Есть впечатление, что присматриваются команды? Я бы сказал, да. Заброс. Ух, да, какой блок-шот! Со второй попытки добивает мяч в Вологодское кольцо Кристал Энхорн. Да, и вот уже 6-2, да, накрыла первый бросок она. Забрасывает Джессика, Кристина Ликина, бросок со средней. И там на подборе Маша Черепанова боролась. Но Динамо забрала этот подбор. Энхерн против нее Аликина. Из рук в руки Ира Соколовская. Двоечка. Ух, почти перехватила. Сохраняет владение Динамо. 5 секунд остается. Попова. Точно. И точно. 8-2. Рывок такой, я бы сказала. Через руку. Тайм-аут, я слышу, просит Ольга Шунекина. И фол номеру 6. Александр Горшков выписывает Лори Мор. Я думаю, что прежде всего с нападением нужно разобраться в Вологде. Да, я тоже тебя поддерживаю целиком и полностью. Как-то не очень внятно, да, нападают, ну, они. Что тут, что видно? Динамо реализует свои броски, свои ситуации, а Вологды нет. Что для этого нужно делать? Ну, наверное, выполнять четкие указания тренера, если тренер требует одну комбинацию, а происходит совсем другое. Вот потеряли в защите Ленхерн, вышла страховать Аликина, а ее уже никто не подстраховал. Вот в этой ситуации. Ну, это, да? Опять же концентрация. Деленкорт выходит на бросающего, на Соколовскую. Ленхерн пытается заблокировать Харченко, а, соответственно, никто Кристине уже не в этой ситуации не помог. Но это концентрация в защите. Нужно смотреть, где мяч и как бы... Вот единственное... Попадание Джессики. Попадание Вологды. Первое, да. Да, за истекшие 4 с лишним минуты. Закончился тайм-аут. Наверняка сегодня эффективность атак будет иметь... первостепенное значение, да? Не открою никаких Америк. Конечно. Вряд ли в количестве атак будет какая-то существенная разница. Команды, в принципе, в проценте попадания, да, по будет. Классу, да. Прежде всего, эффективность атак и владение мячом. Насколько эффективно команды будут распоряжаться мячом в нападении. Харченко получает. Роняет Оливер там по дороге. Попова. Харченко. Кристи Толивер, Харченко. Как быстро соображает Толивер. Надо отметить. Успевает, да, и подумать успевает, и увидеть, где защитник, где нападающий. Высоко вышли вдвое. Дабл-дабл играет, да, все время. Свободного игрока, чувака, Тимофлина в углу. Нашли, но... Аликина. Бросок со средней. Цепанул, по-моему, кто-то из Динамо цепанул этот мяч, но Аликина возвращает. И Кристина Аликина. Очень надежно. Да, сыграло. Очень надежно. Скидка. Ах, как Кристи Толивер перехватил этот мяч, да? Прямо она ждала. Как поршун набросилась на Девинпорт. Соколовская. Вот первая замена в сегодняшнем матче готовится. А
Маша Черепанова поборолась и... Умышленный фол. Да, Ирина Соколовская, Александр Горшков выписывает умышленный фол. Ну, Горшков находился ближе всех к этой ситуации. Чуть-чуть быстрее оказалась Черепанова в этом эпизоде. Вот хорошо видно с этого повтора. И будет пробивать два штрафных, Маша Черепанова. И владение еще останется у человека. Да. Нужно забивать, чтобы перевести игру более в другое, спокойное, да, более спокойное русло. Нужно забивать. Один из двух. И замена. Мария Черепанова покидает площадку. Вместо нее Катерина Кейр выходит. И вместо Джессики... Юлия Киселева, номер 15. Киселева. Кристина Ликина получает мяч. Забегание. Свободного нашли. И подбор остается. Еще давай. Одна атака. Ой. Успевает составить мяч в игре, да. И борьба на подборе. Еще насколько очередной активно. Подбор, насколько, да, берет Кристина Ликина. Юлия Киселева. Скидка на периметр. И точно попадание Светы Махниной. Ну вот уже, наверное, мне показалось, что даже мы услышали, как перевела дух Вологодская скамейка в этот момент. И весь Вологодский дворец спорта вместе с ней. Ира Соколовская, двоечка там. Харченко, бросок со средней и успевает там Катя. Номер 4 Катерина Киева. Александр Горшков там подошел к Елене Харченко. Какой-то диалог у них там состоялся. Напомню, что уже закончились главные стадии чемпионата России. Уже давно выяснили призера, золотых медалей баскетболистки УГНК. Уже определился и бронзовый призер. Оренбургская «Надежда», а напомню, что серебро у Видновской «Спарты» и четвертое место у «Динамо» Крыскурска. А баскетболистки и до сих пор еще в сериях за пятое и за седьмое место выявляют. Лори Мор, бросок из-за трех очков и не точно. Ровный счет. Ровный счет, 9-9. Лори Мор против Кристи Толивер. Не удалось ей разорвать. Хорошо, да, на ногах сыграла Лори Мор. Катя Кейр против Кристи Толивер. Дальняя попытка, и Попова там шустрее всех оказалось, да, Попова. Татьяна Света Махнина против нее в защите. Да. Забивает, заносит этот мяч в Вологодское кольцо Кристи Ленхер, несмотря на активное противодействие Аликиной. Не успевает защитник сыграть впереди. За получение? Ну, не то, что за получение. О! Прошел хороший заброс на Киселеву. Хороший заброс. Да, помешать. Два штрафных будут исполнять Юлия Киселева. И замена. Первая в составе «Динамо» Москвы. Капитан команды Катерина Ситняк появляется на площадке под номером 7. Заменила она Иру Соколовскую. А Юлия Киселева тем временем на линии штрафных бросков. Четыре персональных замечания у «Динамо» Москвы. Попова. Хорошо, как сейчас сместились Попова. Защитники. Ага. Чеваката. Возмущается там Елена Харченко. Разошлись мнения, по-моему, у арбитров, да? Да, ну, по старший вот судья сейчас, я думаю, подойдет и уладит этот вопрос. Динамо. Динамо отдают владение мячом.
Извинился арбитр. Владение Динамо. Заброс. Ах, и... Первый пол Киселевой. Четвертая командная тоже. Следующая, последующая, да, да. Все пробиваются. Ленхерн выносит мяч из-за лицевой. Толивер, точнее, выносит Ленхерн. Так будет правильно. Попова с мячом ищет Ленхерн. Через Юлю Киселеву. И на подборе там Света Махлина пыталась забрать. Однако Елена Харченко оказалась быстрее всех. Доводит мяч до Толивер. Кристи Толивер. Попова. Ленхерн. Ленхерн. И мяч, да? Со второй попытки Света Махлина подбирает мяч, и на ней фолит Елена Харченко, похоже. И второй фол. Да, у Елены Харченко. Замена в составе. Ильича появляется на площадке вместо Елены Харченко. А в составе Вологды Олеся Малашенко меняет Кристину Аликину. И еще одна замена в составе Динамо. Ирина Соколовская меняет Татьяну Попову. Обратите внимание, как штамп выговаривает сейчас Харченко. Что не нужно было фолить? Ну, я так подозреваю, что переживает он по поводу количества фолов, да, у передней линии, потому что... Ну, я считаю, что если... Ну, не настолько глубокая, да. Хотя... Много хорошей молодежи у Владимира Ильича, и, может быть, это лишний шанс будет... Дать проявить себя. Да, себя показать. Два из двух. Светлана Махлина попадает с линии штрафных бросков, и счет вновь 11-11. За минуту 50 до конца первого периода. Переживает Владимир Ильич там за глубину своего состава. И об этом говорил он нам на прошлой неделе в ток-шоу. Сытняк. Разменов. Сытняк против Кейру. И мяч просто проваливается в корзину. Сложный бросок. Сопротивление защитника, но забивает Катя. Малашенко против Дорошевой. Ну, а, там Юлия Киселева отборолась. На подборе можно было бросать. Кристи Толивер подбирает мяч и сама со средней решает эту атаку. Да. Давай, давай, кричит Ольга Шунейкина. Быстрый переход нужен. Да, в принципе, если в позиции. Из защиты, да. Катя Киева, трехочковый бросок. Вот и так. Точно! Плюс один у Чувакаты. По-моему, впервые в сегодняшнем матче Чувакаты. Да, вышли приняли. Вперед. В принципе, понимаю я наставника Волокжанок. Да, если вязнет команда в позиционке, можно стремиться разыграть быструю атаку. Может быть, какой-то пробежка. Безжалостен Александр Горшков. И замена. Татьяна Попова меняет Кристи Толивер. 40 секунд у нас с небольшим остается до конца первого периода. Но пока не очень высокий темп, да, я бы Попова, сказала. Попова, смотри, уже играет по всей площадке против Лори Мор. Ну, сдерживающий. Досадная потеря. Света Махлина зримо расстроилась, да, после этой потери. Только мысли пронеслось у нее в голове. Наверняка среди них была, лучше бы сама бросила. Да. Одна атака кричит. Максимально долго будет стараться играть московская «Динамо». Но все-таки там какие-то секунды останутся, и, видимо, на владение должны остаться. Сытняк в проходе против Кейру. Точно. И забивает. 10 секунд остается на атаку. Я думаю, что будет играть один на один. О, какая скидка красивая! И практически... Самый красивый момент первой, да, четверти. Да, первого периода, согласна с тобой. На самом красивом моменте первой четверти она закончилась. Да. Со счетом 16-15 плюс одно выигрывает Чеваката. Абсолютно равная игра. А у нас выступление группы поддержки. Вот нам режиссер показывает повтор. А так...
Вот еще один повтор. В первой четверти 16 атак у обеих команд. О чем мы и говорили с тобой, что вряд ли будет различаться количество произведенных бросков. Да. Только чувака-то попало 5 из 16, это 31% попаданий. А Динамо попало 7, 7 что составило уже 44. Но зато у чувака-то 3 броска были оценены 3 баллами. Динамо пока из-за дуги не преуспело. 11 подборов у хозяек. И 10 у причем, Динамо Москвы. На своем счете 5, а на чужом 6. Потери. 4 потери у Вологды и 3 потери у Динамо Москвы. В индивидуальных показателях у хозяек Света Махлина 5 очков. А я бы выделила... Катя Кейру 3, Лори Мор 3. Елену Харченко я бы выделила, Киселева, она уже подобрала 4 подбора. У московского Динамо, да. 6 очков у Лэнгхорн и 3 подбора у Харченко, пока без забитых, но 4 подбора надежно. 4 очка у Кати Сытняк при 100% попадании с игры и 3 очка у Иры Соколовской. Динамо в атаке. 7 человек задействовал Владимир Штам. Дорошева с мячом. Катя Сытняк, капитан команды. Падает в трехсекундной зоне. Окружает совсем. Успевает выбросить мяч. Дорошева бросает на истечение. По истечению там 24. Да, это единственное, что оставалось сделать Веронике в этой ситуации. Лори Мор. Олеся Малашенко и пробежка. Замена. В составе Вологды Чеваката. Светлана Махлина. Меняет Лори Мор. Спешит за Сытняк. Света Махлина. Света Махлина, да, заброс на Дорошеву. И чуть-чуть не успевает защитница. Столкновение у нас происходит под Вологодским кольцом. Очередная замена в составе Вологды. Нелегко сейчас Алексина. Пришлось Веронике Дорошевой. Да, но... показалось. Посмотрим, как у Вероники обстоит дело с внутренним спокойствием. Два из двух. 100% результат. Достаточно много времени играет Вероника Дорошева вообще в играх. Как то есть плотно. Доверяет Владимир Штам и фол Татьяне Поповой. Хорошую физическую готовность демонстрирует Татьяна Попова. Здоровую агрессивность, желание играть по всей площадке. Но уже два фола. Маша Черепанова с мячом. Да, у Владимира Ильича становится такое еще более озабоченное выражение лица. Ух, какой бросок там в исполнении Катерины Кейро. Попова сходу обыгрывает. Красивым и спином. На подбор Юли Киселева берет. Теперь свой щит. В атаке. Перевод на Машу Черепанову. Не стала атаковать сходу. Дальний проход. Предательский драйв. Мяч не проваливается. Подбор за Динамо. В угол, нашли в угол, свободную Катю Сытняк. Точно. И точно 3 очка. Вязкая борьба идет. Вязкая борьба. Очень плотно пытается играть Динамо. Там в тиски сейчас Екатерина Сытняк. Лори Мор вместо Маши Черепановой у Вологды и... Кристи Толивер вместо Татьяны Поповой. У московского Динамо. Киру против нее Ира Соколовская. Махлина доводит в угол Лори Мор. Точно. И точно, 3 очка. 19-20. За 8 минут. Второе попадание Лори Мор в этом матче, трехочковое.
Но пока мы видим, что настрой и у одной, и второй команды, ой, совсем одна осталась, Ленхерн. Забирается под Киселёву Ленхерн. Перевод на Свету Махлину. Света Махлина. Дорошева забирает отскок. Не та выписа, Динамо. Пытаются сбить, наверное. Хорошо защищается Лори Мор, да, против Кристи Толивер. Катя Сытняк. Дальняя дистанция. И мяч касается конструкции. Владение будет у Вологды. Замена в составе Динамо. Елена Харченко меняет Кристи Ленхард. А в составе Вологды Чевакаты покидает площадку Юлия Киселева. Вместо нее выходит Джессика Дэвенпорт. Лори Мор начинает атаку. Кристина Ликина получает Джессика с левой стороны. Их как хорошо хотела там сходу подобрать Кристина Ликина, но подбор остается за Динамо. Дорошева с мячом. Хороший перехват Джессики. Лори Мор с мячом. Света Махлина. Хорошо прорвалась там она под корзину. И защитники путем персонального замечания смогли остановить эту атаку. Первый точно с линии штрафных бросков. И второй. Два из двух демонстрирует великолепное попадание Света Махлина. 21-20. Ира Соколовская. Кристи Толивер получает мяч. Бросает с отклонением. И Лори Мор берет подбор. И что такое? Фол нападения. Александр Гашков выписывает Кристине Аликиной. Замена в составе Вологды. Моментально бросает в бой Елена Баранова. Да, но, видимо, чтобы немножко успокоить Кристину. По-моему, впервые в этой серии мы видим одновременно на площадке Баранову и Ленхерн, да? И через руку забивает Кристи Толивер. Лори Мор с мячом. Джессика. Катерина Кейру. Скидка на периметр. Перевод. Катя Кейру. И на подборе там боролась Лена Баранова. А перед этим хороший заслон был Кейру. Да. На атаку из угла. Баранова против Соколовской. Точнее, наоборот, Соколовская против Барановой. Харченко пытается продавить. Дорошо. Баранова занять позицию. Получает мяч. 9 секунд остается, 8. Хорошо, там Катя Кейру пыталась сыграть на перехват, и подбор остается за Джессикой. Да, и, по-моему, еще Лена успела помешать броску в этой ситуации. Да. Махлина. Света Махлина. Не стала ждать подкрепления Света Махлина. Досадная потеря у Кристи Толивер наведения. Недовольна она собой. Ну, она перед этим чудеса на виражах продемонстрировала. Но, видимо, слишком крутой оказался последний вираж. Вираж? Да, вот про что я говорю. Замена произошла тем временем в составе Вологды. Маша Черепанова вышла на площадку. Получает из рук Махлина. Маша Черепанова просит Кристи. Баранова по лицевой пробегает. Как хорошо Динамо защищается. Да, цепка. Света Махлина получает персональное замечание против Кристи Ленхерн. Практически пыталась остановить поезд. Машину, я бы сказала, даже, наверное, не поезд. Очень мощно, да, выглядит Ленхерн.
И тем более она ждала столкновения с защитницей. Ну, русским женщинам не привыкать заходить в горящие избы и останавливать. Два из двух реализует Лэнхар. Ни одного шанса не оставила Лэнхар. Лори Мор, какие чудеса! Через всю динамовскую защиту. Да, на смене ритма поймала защитниц, да, и... Я так подозреваю, что чего угодно показывает нам повтор. Сейчас гости ожидали от Лори Мор чего угодно, но только не вот такой наглости. Да. И бонусный штрафной. 24-25. И, безусловно, лучший игрок последних нескольких владений – это Лори Мор. 9 очков лидер по результативности. По-прежнему личную защиту играют обе команды. Ух, какое забегание. Блокшот там Лены Барановой. И мяч уходит от Иры Соколовской. Пыталась там она. Очень активно сегодня группа поддержки, заметим, да, болеют они там на трибуне, стучат в барабаны. Хотя их не так много, как обычно, но слышно их хорошо. Лори Мор, Маша Черепанова, дабл-дабл там Лена бросает, и сама же успевает на подбор. Очень важно, когда игрок чувствует, куда отскок идет, да, идет на подбор, подбирает и добивает. Много мыслей в голове Владимира Ильича Штама, но наверняка среди них была и где же отсекание. Заброс Харченко против Черепановой, они там немножко неравноценный размер. И подбор Лены. Вологда забирает отскок. Мне кажется, стала чуть поактивнее, поживее игра. Тебе так не кажется в нападении? Да. Движение стало больше и быстрее. Лена одна на периметре, заброс на Джессику. Могла динамовская защита отбиться. Ой, Кристи Толивер, какой сложный бросок. Сама шла в контакт, искала этот контакт. Черепанова. Маша Черепанова. Света Махлина на периметре. Джессика, пробежка. Смена ноги была. И тайм-аут просит Владимир Штам. Плюс один у хозяев. Да, ну, видимо, что-то не устраивает его в защите, я так думаю. Раз он берет минутный перерыв, либо в нападении что-то не устраивает его, да, что последние, я не знаю, сколько минут не могут забить игроки. Нет той динамовской легкости, которую мы наблюдали на первом матче. И вязнет в позиционке, да, динамовское нападение. Вот нам показывают повтор. Когда Вероника Дорошева атаковала корзину. А это трехочковое попадание Кати Сытняк. Закончился тайм-аут. Три с половиной минуты остается до конца большого перерыва. Как заканчивали? Выходит Вологда Чиваката и... Три с половиной минуты, да, у нас до конца второго периода. Да. Выражали игроки... опасения, насколько сложно будет защищаться против динамовских двоек. Но как-то, я бы сказал, что получается. Да, пока получается. Подбор Маши Черепановой. Никто не пошел из динамовок на подбор, на чужой щит. О, хорошая передача. Света Маклина показала, да? Хотя можно было бросать, мне кажется, с первого раза. Ну, наверняка сыграл. Передача, сколько процентов результативной атаки. Иногда бывает 50, а иногда бывает и все 80. Да. Это я по поводу предыдущей атаки Лэнхарна. Харченко берет подбор и чуть-чуть не перехватывает Лори Мор. Мяч остается у Динамо.
Ну вот о чем мы с тобой говорили, что нет такого процента попадания, да? Угу. У как, Динамо. Как в Крылатском. И сразу игра выравнивается там. Лена Баранова хорошо сейчас помогла Джессике Дэвинпорт. Пора уже было бросать, и Лэнхард забирает этот мяч. И... Полит Джессика. Это второй персональный у Джессики. Катя Кера вместо Светы Махлиной в составе Вологодской Чувакаты. И Екатерина Сытняк вместо Иры Соколовской. Два из двух реализует Лэнхорн. Лэнхорн хороша, конечно, да, Свет? Да. Быстрая. Быстрая, разнообразная. Финалка, всегда нацеленная на Лори Мор. Атаку. Остается одна. Ух, хорошая скидка, да. Как понимают друг друга Лори Мор и Джессика Дэвинпорт. Они прям чувствуют. Стянула на себя в угол, да, защищающихся Лори Мор и выложила на блюде мяч. Дэвинпорт ничего не оставалось, как переправить его в кольцо. Чуть-чуть не успел там защитник Маша Черепанова. Первое персональное замечание у нее. И два штрафных уже пробивается, так как у обеих команд по 4 персональных замечания. Командных. Давно уже перебор командных замечаний у той и у другой команды. Все малы конвертируются в два штрафных броска. Прощает теперь попытки Кристал Вологодскую защиту. Один из двух. Расставляет Вологодское нападение Лори Мор. Джессика Дэвинпорт в углу. Лори Мор из рук получает, идет в лицо. Пол, поймала. Пол хорошим движением поймала там Лори Мор Кристал. И два штрафных будет пробивать. Ну, здесь двойной бонус. Во-первых, два штрафных, а во-вторых, первый фол у лидера соперниц. Один из двух. Минута 35 до конца большого перерыва. Катя Кейру в защите против Татьяны Поповой. Как хорошо сейчас Лори Мор прошла защитника. Обрати внимание, да? Джессика подбирает мяч, находит маленького игрока. И Лена Баранова там была в быстром отрыве. Катя Кейру. Джессика со средней. И точно. Еще и с полом показывает она судье, что был удар по рукам. Мы оставили без внимания этот эпизод арбитра. Да, я думаю, не нужно распаляться, нужно просто... Касание такое было. Лэнхорн находит Катю Сытняк. Блокшот. И Джессика после блокшота берет мяч. Хорошо почищает всю вот эту зону Лена Баранова. Да, второй блокшот ее, по-моему. Но она очень хорошо чувствует в защите большого игрока, мне кажется, где нужно помочь, куда сместиться. Очень важно, когда игроки чувствуют друг друга. 29 секунд остается. Ну и 10 секунд владения у Динамо. В любом случае останется время на ответ, наверное, у Вологодской Чувакаты. Ну как хорошо сместилась опять Лена. Горушева на дуге. И подбор берет в высоком, высоком прыжке. А Динамо забирает этот мяч. Кристи Толивер. Я думаю, будет играть до конца. Бросок, конечно, будет. Я думаю, в исполнении Кристи Толивер. Толивер осталась против Черепановой. Раскачала она ее. Точно. И попадает. Два очка. 30. На этом заканчивается первая половина. Что можем сказать? Самые результативные игроки у нас. Это Кристал Лэнхорн в составе Динамо Москвы, набравший 11 очков. Номер 7. Екатерина Сытняк, набравшая 7 очков. Кристи Толивер набрала 5 очков. 3 очка Ирина Соколовская и по 2 очка Дорошева и Татьяна Попова.
Самый результативный игрок в составе Вологды Чивакаты — это Лори Мор, набравшая 10 очков. Светлана Махлина набрала 9 очков. 6 очков Джессики Дэвинпорт. 3 очка Катерины Кейру. И по 2 очка набрали... Владимир Ильич Там, главный тренер московского «Динамо». Первая игра в Крылатском оказалась неожиданно легкой для московского «Динамо». Чего ожидаете от второй игры сегодня в Вологде? Во-первых, не согласен, что она была легкая, но, естественно, легкой игры не ожидаем. Чем сильна Вологда, кроме домашней площадки сегодня? Я не могу сказать, что она сильна домашней площадке. Вологда хорошая, укомплектованная команда с опытным, интересным тренером. Поэтому я думаю, что нам будет нелегко. Какую игру должно показать сегодня московское «Динамо», чтобы добиться победы во втором матче в гостях? Я думаю, что нам придется во всяком случае показать одну из лучших своих игр. Средний вариант нас не спасет. К сожалению, боюсь, что запаса прочности «Динамо» не так много, как бы хотелось в этом сезоне, когда те или иные колебания от того или иного игрока не сказывается на командном результате. Здесь мы очень завязаны на практически двух-трех лидеров. Если у них игра не пойдет, потому что Вологда к этой игре подготовилась, конечно, нам будет очень трудно. Большое спасибо, хорошая игра. Ирина Соколовская, нападающая московского «Динамо». В первом матче забила 23 очка. Насколько трудно будет повторить такое достижение во втором матче? Да мне сложно судить, насколько. После игры посмотрим. Ну, тут сложнее, я думаю, будет. Много болельщиков. Все будут болеть, к сожалению, против меня. Думаю, будет сложнее. Ну, может быть, есть какие-то персональные. Почему все против? Ну, персонально, конечно же, есть. Я в этом не сомневаюсь. Но сюда приходят люди болеть за Вологду. Чего-то опасаетесь во втором матче? Ну, всего того же, чего мы опасались в первом. Настрой максимальный? Да, конечно. Удачи, хорошей игры. Спасибо. Владимир Крашенин, ассистент главного тренера Вологодской «Чивакаты». Проанализировали ошибки после первого матча? В чем уступила Вологда в первом матче в Крылатском? Ну, мы делали подробный разбор, значит, проанализировали то, в чем мы уступили действительно. Вот. Если можно более подробно. Ну, во-первых, я еще раз повторюсь, мы пропустили очень много, то есть не справились в защите со многими игроками. Поэтому сегодня немножечко поменяем защиту, немножечко поменяем, так скажем, игру на двойках. Ну, то есть постараемся поменять прежде всего защиту. Вот. В третьей четверти зонная защита оказалась не самым эффективным инструментом в первом матче в Крылатском. Сегодня будете играть зону? И из-за чего она оказалась неэффективной? Там дали разбросаться игрокам, то есть они все попали с дистанции. Поэтому, когда идет атака с дистанции, получается, зона не всегда является эффективной защитой. Вот. Я думаю, что там нужно было вовремя ее передернуть. Просто немножечко, так скажем, не хватило... не прочувствовали ситуацию, наверное. Сегодня, думаю, было все по-другому. Большое спасибо, хорошая игра. Спасибо. Кристина Аликина, нападающая Вологодской «Чивакаты». Чего не хватило «Чивакате» в первом матче в Крылатском? Ой, такой сложный вопрос.
неопознанности, может быть, попаданий, правильности решений, принятия, потому что мы сумбурно весьма играли третью десятиминутку. Плюс там не повезло с процентом попадания у соперника, слишком он был высок. Рассчитываете на успех в ответном домашнем матче? Мы очень рассчитываем, очень хотим порадовать болельщиков и себя, и закончить на мажорной ноте сезон. Удачи, хорошей игры. А мы продолжаем обсуждать статистику после первой половины, да? Что запомнилось? Мне понравилась Лори Мор. Она практически организовала все результативные атаки, причем сама набрала уже 10 очков. Плеймейкер Вологодской Чевакеты в лидерах своей команды и по результативности, и по ассистам. Хороша и Света Махлина, 9 очков. Да. Я не запомнил два блокшота Лены Барановой в защите. В общем-то, мне кажется, выход Лены немножко встряхнул. И, может быть, начала колебаться вот этот компас. Создал, я бы сказал, создал трудности для Динамо и встрепенул Вологду Чевакету. Когда весы вот так вот колеблются, да, ну, на равенстве на каком-то, да, вот чуть-чуть колебания стрелочки колокнуло в пользу Вологодской Чевакеты. Ну, хотелось бы еще отметить по 4 подбора Юли Киселевой, Кристины Орехиной и 5 подборов Джессики Дэвинпорт. У Динамо, безусловно, хороша Кристал Ленхерн. 11 очков и 7 подборов. 6 подборов у Лены Харченко. 7 очков у Кати Сытняк. Ты уже говорила про набранные очки, да? Да. Вот последнее владение как раз долго полоскало мяч Кристи Оливер. Усыпляла, видимо, бдительность Маши Черепановой. Может быть, Маша не поверила, что она будет бросать? Да, выбросить мяч с 7-7,5 метров. А на тебе, что называется. Два подбора у Чевакеты, 21 подбор у Динамо. Мы потерим, 8 потерь у хозяек и 5 потерь у Динамо Москвы. Количество бросков с игры 31 раз выбросили Вологду Чевакеты, забили 11, 35%. И 10 из 34 Динамо Москва, 29%. Из них трехочковые, 4 из 10 Вологда, это 40%, и 2 из 6, 33% Динамо Москва. Штрафные броски, 7 из 11 пробивала Вологда Чевакеты, 64%, и 8 из 10 Динамо Москвы, 80%. А у нас, похоже, будет интервью в большом перерыве с Владимиром Крашениным, помощником тренера Вологды Чевакеты. Ассистент главного тренера Вологодской Чевакеты Владимир Крашенин. О чем была речь в перерыве? Ну, в перерыве была речь о том, чтобы нельзя терять концентрацию. Это раз. Вот, немножечко уточнили, что мы хотим нападение. То есть мы вроде сделаем все правильно, но не все забиваем то, что должны забивать. Почему? Ну, я не буду сейчас об этом говорить. А вот. Кроме нас об этом никто не узнает, если зрители. Значит, будем играть более остро, то есть судьи свистят все фолы и туда, и сюда, будем играть более остро, постараемся играть от прохода, вот, то, что касается нападений. Вот, то, что касается защиты, пока получается, в принципе, все, Динамо сегодня забило гораздо меньше, то есть, поэтому игра ровная. Сейчас будет зависеть все от того, кто больше захочет выиграть. Большое спасибо, хорошей игры. Всего доброго.
Динамо Владимир, там как складывается первая половина, вы довольны? Нет, конечно, мы же проигрываем. Как будет доволен? Что, о чем была речь в перерыве, что будете делать? Будем стараться выиграть. А как? Вам все скажи, вы расскажете, а нет, они подготовятся. У нас проблема с нападением. Похоже, соперник нас разыграл, разобрал, во-первых. Во-вторых, у нас такое ощущение, что мы играем не 5 на 5 немножко. И в этом смысле те атаки, которые могли приводить к фолам, они не приводят нас на линию штрафного броска, в отличие от команды соперника. А в такой игре даже небольшая разница в трактовке правил, она уже становится решающим фактором. В связи с этим как будете корректировать? Мы попробуем больше сакцентировать на атаку быстрым прорывом, когда вот этот фактор уйдет на второй план. Большое спасибо, хорошей игры. Тридцать три тридцать. Вологда Чеваката на 3 очка опережает московское Динамо. Напоминаю, что это вторая встреча финала за 5-е место. Первая встреча, которая состоялась в Москве несколько дней назад, победу одержала московское Динамо. И сегодня в Вологде Чевакате позарез. Кровь из носу, необходимо обыгрывать московское Динамо. Кристи Толивер какой мяч забивает против Кристины Аликиной. Если Вологда хочет продолжить борьбу за 5-е место. Вот уже первый забитый мяч во второй половине. Ах. Безадресная оказалась передача. Возмущаются зрители, но я думаю, судья был рядом, судья все видел. Нашему оператору практически была адресована эта передача. В большом перерыве Владимир Штамп сказал, что Вологда Чеваката хорошо разобрала. Да, нападение, что в нападении не очень получается у них взаимодействие, на которое он рассчитывал, что они принесут. Те самые двойки, скорее всего, о которых мы говорили, да? Да. Совершенно логично из этого. Вывод, стараться играть быстрее. Ирина Соколовская забивает. Отличную технику игры один на один показала сейчас Ира Соколовская. И вот уже 0-4. Да. Стартовым составом. Да, как и первую четверть, тем же составом начала встреча Вологодская Чеваката, а именно Дэвинпорт, Аликина, Джессика, Махлина, Лори Мор. Мор и Черепанова. Аликина забивает 2 очка в составе Вологодской Чеваката. У московского Динамо это
Харченко Лэнгхорн. Соколовская Толивер Лэнгхорн и Попова Татьяна. И Харченко опять первая на подборе. Очень мощно вошла в середину трехсекундной зоны и по-хозяйски забрала этот мяч. Пробежка свистит Александр Горшков, Кристи Толивер. Не согласна, мне кажется, она с судьей. Да, и Владимир Штам сейчас затеял диалог с Александром Горшковым. Видимо, о нюансах техники шагов. О нюансах техники шагов. Джессика там пытается сыграть двоечку с Машей Черепановой. Кристина Ликина одна остается. На подборе спорной по стрелочке будет владеть владение Динамо. Вологда же начинала, да? Да, Вологда начинала первую атаку после перерыва. Кристи Толивер против нее Лори Мор. Харченко с мячом. Ирина Соколовская. 9 секунд остается. Ой, заброс какой. И перехват там. Справилась Аликина. Да. С этой задачкой. Вышла вперед, а Лори Мор забрала этот мяч. Видя, что заброс идет. Ух, какая красивая передача Джессики. Результативная. И Кристина Аликина забивает 2 очка. 37-34. Была готова к этой передаче Кристина. И хорошим пластичным движением переправила мяч в динамовское кольцо. Плюс 3 у хозяек. Лэнгхорн. Двоечка. Лэнгхорн бросает и точно. Лори Мор. На ней фолят. Если Толивер фол. Номер 24. А так и есть, да? Номер 20, да, Кристи Толивер. Первое персональное замечание. Замена в составе «Динамо Москвы». Екатерина Сытняк поменяла Ирину Соколовскую. Хороший размен в предыдущей атаке получился у «Динамо». И не успели хозяйки побежать броску. Лэнгхорн занимает позицию. Джессика. Опять на нее Кристина Ликина со средней. И точно! Вступается динамовская защита, да. На Лэнгхорн. Свободный остается игрок, соответственно, четвертый номер, тяжелый форвард Аликина. Серия заслонов там. Катя Сытняк. Маша Черепанова. И Света Маклина хорошо, хотела красиво сыграть, да, в одном прыжке добить. Зряче отдавала Маша Черепанова. Конечно, я уверен, что Ольга Шунякина предпочла бы, чтобы вологодское нападение сыграло более надежно. Тем более в такой качельной ситуации. Мы с тобой в Крылатском говорили про эти качели, да, про эту амплитуду. Вот преимущество «Динамо» было плюс 3, по-моему, да, и могло увеличиться до плюс 5. Вместо этого Вологда получила 2 очка в свое кольцо и еще Попова на линии штрафной. Кристина Аликина. Набирает Аликина этот мяч. Катерина Кейру тем временем. Внимание, динамовская защита. Сумеет ли перестроиться Вологда? Из рук в руки. И негодует Толивер. Это я правильное слово подобрал сейчас? Негодует. Глагол. Правильно, да. Я подобрал? Глагол. Этот глагол, в принципе, в определенной степени можно применить. Мы смотрим повтор этого момента. Ну, там Лори Мор пыталась перехватить. Но последнее, да, касание, по-моему, все-таки было Толивера в ногу. Света Махлина с мячом против зоны.
Перевод. И Света Махлина бросает. Не долетает мяч до Динамовского кольца. Плюс один у Динамо. Татьяна Попова начинает атаку. Как хорошо Кристи Толивер рвет дистанцию, да, обрати внимание, вот сказать, раскачивает. Какой колоссальный объем в защите приходится проделывать Лори Мор. Потому что умная, хитрая и быстрая Толивер на подборе никого там умеет реализовать все свои плюсы, всю свою быстроту, все свое умение. Принимать решение, точно выбрасывать мяч. Катя Сытняк. Ах, помешали сейчас, казалось бы. Отбилась Вологда в защите, уже, казалось бы, мяч уходит. Кристина Аликина со средней, точно. 41-42, очень важное попадание, да, Кристины Аликиной? Да, и на расстоянии одного очка приближается хозяйки. Кристи Толивер. Приходит неравноценный размер. Да, неравноценный размер. Ну вот все, поменялись уже. Да. Там Лори Мор с Харченко осталось. Катя Сытняк с остановки. И на последней секунде 24 секунд владения мячом забивает 2 очка. Лори Мор, по-моему, наелась прилично в защите, да? Плюс еще и неравноценные размены, где ей приходится на своих плечах таскать превосходящих ее в масти оппоненток. Вдвоем, смотри, опять пытается. Лори Мор остается на трехочковой. И после своего броска забирает подбор. Еще попытка Катя Кейру. Махлина берет подбор. Серия удачных отскоков для Вологды. Где, в общем-то, им и особенно прикладывать усилий-то не пришлось, да, для того, чтобы вернуть себе владение. 12 секунд остается. Очень сложное положение для московского «Динамо», когда им приходится три атаки к ряду отбиваться. Фантастический Кристи перехват Толивер. Перехватывает. Контакт. И поймала защитница, похоже, на контакт. Поймала скорее арбитра, мне кажется, она сейчас на контакт на этом. Два штрафных будет пробивать Кристи Толивер. Отличная быстрая атака в исполнении московского «Динамо» и два штрафных Толивер. Ну, про что говорил Владимир Штам, да? Что они попытаются играть быстрым отрывом, то есть от защиты нападения. Один из двух попадает Кристи Толивер и замена в составе Вологды Чеваката Юлии Киселева. А я обращаю внимание, что в составе «Динамо» впервые появляется Екатерина Катя Федоренкова. По-прежнему стоит зона. Хороший заброс на Юлию Киселеву. Не было касания кольца, да, остается 9 секунд. Света Махлина одна остается на периметре. Пыталась побороться за этот отскок Юлия Киселева, но удачливее оказались московские «Динамовки». Конечно, Толивер тратит массу сил и в нападении, и в защите. Ой, какая хорошая, красивая отличная комбинация. Совсем одна остается под корзиной Ира Соколовская. Брос, да, под Соколовской. И реализует этот бросок. 41-47, вот уже плюс 6, плюс, да, 6, у «Динамо», да, Москвы. Да, намечается отрыв в пользу гостей. Доводит мяч до Киселевой. И нужно забивать такие мячи, мне кажется, с фолом. Кому фол? Кристал Энхард получает второе персональное замечание. Ну, второй в пол, в принципе, это не сильно опасная либо трагическая ситуация. А вот три фола у Харченко. Минус 6, да, за 2 минуты до конца третьего периода для Вологодской Чеваката. В общем-то, это уже некий сигнал. Звоночек, да, это звоночек. Один из двух реализует Юлия Киселева.
И Дорошева, по-моему, выходит на площадку, меняет она Лэнхард. Сразу два молодых игрока на паркете в составе московского «Динамо». Под номером 5 Федоренко и под номером 12 Дорошева. Многие болельщики попрекали Владимира Штама, то, что он мало доверяет молодежи. Молодым? Да. Ира Соколовская. Соколовская берет на себя инициативу, оправдана. Плюс 7. Зону играет московская «Динамо» в защите. Заброс на Юльке Киселеву. Предательски не попадает мяч в корзину. Да, вроде бы уже свалился, но... Свет, а много очков можно отыграть на смене защиты в женском баскетболе? Ну, вообще, наверное... Да, я бы сказала. Заслон, по-моему... Требует, там уже кричит. Фол нападения. Харченко, по-моему. Это четвертое персональное замечание будет у Елены Харченко. Да, четвертое персональное замечание. Возвращается на площадку. Я думаю, сейчас будет замена. Тут же и минутный перерыв. Да, мол, чувака так. Берет. Мне кажется, не устраивает нападение Вовы Чивакаты. Ольга Александровна Шинейкина. Ну, то, что зонная защита становится каким-то камнем преткновения. Рвет дистанцию Толивер и... Забивает два очка из-под корзины. Превосходит оппонентки Евростии в длине рук, но не могут помешать. А это у нас... Проход Соколовский. Напомню, что Ирина Соколовская в ходе сезона перешла из Вологодской Чивакаты в московское «Динамо». И даже портрет ее остался под сводами дворца Вологодского. Тем не менее, Ирина стала одним из лидеров московского «Динамо» быстро за короткий период. И в первом матче финал за пятое место просто камня на камне не отставила от своей бывшей команды. Она как рыба в воде себя чувствовала в Крылатском. Еще раз повторяем, набрав 23 очка, она была самая результативная. Как рыба она себя чувствует и в Вологде. 9 очков в настоящий момент у Соколовской, 11 у Кати Сытняк. И 10 у Кристи Толивер. И у Лэнхарда 13. Вот из этих цифр вот в основном складывается динамовское нападение. Ну, плюс 4 Попова и плюс 2 Дорошева. Мори Мор начинает атаку Вологды. Требовала пробежку, по-моему, да, сейчас Владимир Штам. В полном составе все московское «Динамо». По-моему, только одна Марина Хазова осталась. Невозмутимая и спокойная. Да. Ира Соколовская. Лэнхарн. Довели мяч до Федоренковой. Все меньше и меньше времени на атаку. Лэнхарн против Юлии Киселевой. Идет на фолы. Хороший блок-шот, да, блок-шот от Юлии Киселевой. Минус 7 все-таки. Многовато. Да, 7 очков еще нужно отыграть и забить. Пол Дорошевой, если я правильно понимаю, свисток Александра Горшкова. Да, номер 12. Да. Дорошевой. 4 командных замечания у московского «Динамо». Да, но вряд ли эту ситуацию используют в... 16 секунд остается, 17. 17 секунд до конца третьего периода. Только что можно доиграть, наверное, до конца эту атаку, постараться. Да, в лицевую идет Киселева, на ней ее фолят. Ира Соколовская поднимает руку. Третье персональное замечание у Иры Соколовской. Юлия Киселева сейчас спросит у своих партнерш больше движения, да, чтобы у нее была какая-то вариативность в атаке. При попытке взятия кольца нарушили правила «Динамовки». Ну и вообще, в принципе, да, уже. Командных фолов больше положенного. Юлия Киселева на линии штрафных. Попадает. Один из двух. 43-49. 7 секунд. Не дать забить Вологды нужно. Да. Хороший блок-шот там. Вдвоем, по-моему, даже пытались блокировать. И заканчивается на этом
Время. Третий период. 43-49 в пользу московского «Динамо». Да? Плюс 10 выиграла третью четверть. Да. А у нас наикрасивейшие повторы третьего. Кристи Толивер забивает со средней. И еще раз. А, чуть ошибся я. Плюс 9. Ну, тем не менее. Плюс 9, да. Блестяще проведенная третья четверть, как и в первом матче, оказывается залогом успеха для московского «Динамо». Напомню, что в крылатском «Динамовки» выиграли третью четверть со счетом 34-17. Сегодня не так ярко, но тем не менее. Ну, убедительно, вот, тем не менее, да, пока. Вот таким количеством движения, как мы видим сейчас на повторах, не раз ставили в тупик вологодскую защиту баскетболистки «Динамо Москва». Одинаковое количество атак совершили обе команды по 46 бросков. 15 попали Вологда Чеваката. И Раскаловская опять преуспела в третьей четверти. 6 очков. 6 очков набрала она. Угу. 5 очков у Кристи Толивер. 4 очка у Кати Сытняк. По-прежнему стоит зона у «Динамо». Джессика Дэвинпорт переводит на Машу Черепанову. Маша Черепанова бросает. Сквозняк. Ну, в принципе, существуют разные варианты разбития зоны защиты. И не всегда дальние броски являются самыми эффективными, да. А тем временем... И на подбор Кристи Толивер успевает после броска Лэнхорн. Зону поставила и Вологда в защите, да? Нет. Нет, по-прежнему лично играет. По-прежнему лично играет Вологда. 9 секунд остается. Я думаю, сейчас будет Толивер решать. Черепановой. Хорошо. Совершенно Дорошева. Да, остается на дуге Дорошева. И трехочковым броском поражает Вологодское кольцо. Плюс 9. Динамо Москва. Динамо использует свои шансы. Молодцы. Кейру. Доводит, переводит мяч Лори Мор в лицевую. И тот... 2 очка Лори Мор. В защите уперлись, кричит вологодская скамейка. В принципе, это правильный рецепт, да, потому что не уперевшись в защите, на итоговый успех рассчитывать невозможно. Как там самоотверженно боролась в борьбе, да, ага. Кристина Аликина. 10 секунд остается на атаку и замена в составе московского «Динамо». Сытняк возвращается на площадку вместо Тани Поповой. Смотри, какая рослая пятерка у московского «Динамо» сейчас играет. Да, маленькая только единственная Кристи Толивер там. Ух, Лори Мор прочитала, как хорошо эту передачу. В углу Аликина, в лицевую. И что там? Роняет ее баскетболистки «Динамо». Аут. Аут. Да, хорошо была выставлена нога Кристал Лэнхорн. Упала Кристина Аликина, владение «Динамо». Двоечка там на периметре, бросок. Точно. И точно. 45-54. Аликина в проходе.
Маша Черепанова. Черепанова ищет свою атаку достаточно долго в сегодняшнем матче. Ленхарн. Обратите внимание, что Мишта не стоит в динамовском нападении, да, как он двигается либо с помощью передачи, либо ведением. Да, секунда не успевает, не успевает выбросить. Заканчивается 24 секунды на владение. И замена в составе Вологды. Светлана Махлина меняет Марию Черепанову. Мне очень нравится мобильное динамовское нападение. То есть я абсолютно уверен, что штамм требует от них именно движения мяча любыми способами, хоть введением, хоть передачей, хоть как угодно, но защита должна работать, должна терять силы. Хорошо двигается мяч в Вологодском нападении. На подборе там была одна Кристина Аликина. Ну и отскок удачно сложился для Динамо. Высоко выходят динамовские высокие. Забирает Дэвинпорт. Катя Кейро. Отбрасывает на перевод. Лори Мор. Не стала атаковать. Стянула на себе, если не трех защитниц. Успела. Там недоволен Владимир Штамм. Опять он спорит с решением судьи. Сейчас. Говорит, что была пробежка у Лори Мор. Но судья не преклонен. Вот показывает нам повтор этого момента. Хорошо остановилась Лори Морган, доходя до большого игрока. Лори Мор сегодня лидер по результативности. 13 очков уже набрала. 14-е свое очко набирает. 47-54. Остается 6:35. Чтобы... До конца четвертого периода. Для того, чтобы что-то изменить. Чтобы вообще изменить, да, и вернуться. Катя Сытняк. Дорошева. Дорошева. Совсем сама одна осталась. Точно. И точно. Два из двух, по-моему, с трехочковой линии Дорошевой. В сегодняшнем матче. В свободных бросках. Дорошева. Да, когда защиты нету, идеальный результат. 11 секунд остается до конца владения Вологды Чиваката и замена. Плюс 10, да, впервые разница двузначная. Ой, разница в счете впервые двузначная, да, в этом матче. Девять остается. Видит ли Лори Мор? Махлина. 6. Пора бросает. И Света Махлина бросает. И там Кайр поборолся, да, и отвоевала его. Катя Кейро. Наброс на Джессику. Разворот. Бросок точно. 2 очка. Лори Мор ни на секунду не присела в третьем периоде. Обратил внимание. При том, что она выполняет колоссальный объем работы в защите против Толивер, да. Света Махлина против Иры Соколовской. Пятое персональное замечание поймала номер 10 Елена Харченко. Уступает место на площадке Веронике Дорошевой. Ну, постановка за слоном в движении. Это же практически всегда фол. С моей точки зрения. Ой, Джессика. Очень жесткое. Точно, и там столкновение очень, да, жесткое было. И лежит на площадке Света Махлина. За голову держится. Нет, потихоньку встает. Поднимает. Надеемся, что все хорошо. Столкнулась. Если нам покажут повтор, может быть, мы увидим. И бросает в бой Анну Плешкову, по-моему, Ольга Шунейкина. Под зрительские аплодисменты покидает площадку Света Махлина. Немножко прихрамывает даже.
бедро или что-то, чем там она ударилась. Да, да, по-моему, бедром было такое. ...51-57, да, тем временем, за 5 минут до конца четвертого периода. Такая, по-моему, попытка была включить прессинг по всей площадке. Ай, Кристи Толивер! В одиночку разбирается со всей вологодской защитой. Неудержимая Кристи Толивер. Лори Мор. В углу Алекина. Перевод на Кристину Аликину. Пробежка. Эффективными оказываются вот эти вот динамовские даблы. Да. Тайм-аут. И тайм-аут. Второй тайм-аут просит Ольга Александровна Шунейкина. Хорошо двигается динамовская защита, да? В зоне. То есть они следят, где мяч, где игрок. И кажется, что они успевают просто везде. А это вот трехочковое попадание Вероники Дорошевой. Как им сил-то хватает, они в девятером играют всю игру. Даже нет, восьмером. Восьмером. Даже по большому счету всемером. Ну, если заминусовать Катю Федоренкову с тремя минутами игрового времени в третьей четверти. Ну, если учесть, что Елена Харченко получила 5 персональных замечаний, то уже остается еще на одного человека меньше. Закончится минутный перерыв. Команда выходит на площадку. Замены произошли какие-нибудь? Нет, в составе «Динамо». Те, кто заканчивал. Анна Плешкова впервые в сегодняшнем матче в составе «Вологды». 1-14. В защите играет против Иры Соколовской. Ну вот попытались дабл сделать. Успела вернуться Дэвинпорт. Да, в защите. Ира Соколовская одна на периметре. И... собирает мяч динамовское Вероника нападение. Дорошева. Ох, блокшот какой! И не видела там Джессика, куда отскочил мяч. Зато все видела Лэнхард. Кристал Лэнхард. Да, и хорошим... агрессивностью и активностью своей в нападении восстановила 10-очковое преимущество «Динамо». Олеся Малашенко готовит на замену Ольги Шунейкина. Плешкова на дуге. Атака. Забирает подбор Соколовская. Пауза, кричит Владимир Штам. Почувствовал синицу в руках, мне кажется. Да, им некуда торопиться. Они ведут 10 очков. И что? Персональное замечание получает Джессика Дэвинпорт. Это третье персональное замечание. Два штрафных. Три штрафных. Во-первых, сыграла максимально долго в защите. Нападение. Да, в нападении. И заставила еще нарушить на себе правила. И по выражению лица я не вижу, что она намерена прощать вологодского чувака, то хоть в одной попытке из трех. Абсолютно спокойно и уверенно пробивает штрафные броски Кристи Толивер. Три из трех. Плюс 13. Плюс 13. За 3,5 минуты. Я бы сказал, близко к угрожающему становится положение вологодской чирокаты. Да. Мне кажется, камнем преткновения стала все та же зона, да, Динамо Московского. И Сытняк попадает из угла. Малашенко. На подборе там
поборолась с Джессикой. Мяч остается у Вологды. 8 секунд остается на атаку. Плюс 16. Динамо Москва. Анна Плешкова. Малашенко. И Лори Мор. Борется за отскок Катя Кейро. Возвращает владение Вологде. В принципе, нужно торопиться. С атакой. Нужно торопиться с атакой. Джессика, Девинпорт. Бросок со средней. Анна Плешкова там поборолась. Пыталась подобрать этот мяч, но Кристи Толивер начинает атаку. Мне кажется, Владимир Штамп уже готов сам выйти на площадку, подсказывая своим игрокам, что нужно сыграть. Пол Екатерине Кейру. Второе персональное замечание. Кристи Толивер совсем средний. Одна осталась на периметре. Джессика Девинпорт берет подбор, и Лори Мор начинает атаку. Очень быстро возвращаются динамовки в защиту, выстраивая. Три очка. Долгожданное попадание хозяек. Плюс 13 за 2 минуты и остается. Всего 2 минуты. Ну, я думаю, катастрофически мало времени у хозяек для того, чтобы отыграть эти 13 секунд. Ну, надо как бы в защите. И 2 очка считать фолом. Плюс с фолом. Хорошее разговорное владение английским языком демонстрирует сейчас Владимир Штамп. Ильич, да, собирает, подзывает к себе всех игроков. Объясняет, что им необходимо делать. Судьи просят выйти. Я предполагаю, что им нужно максимально долго играть. Нападение, да, держать мяч. Слишком поздно появилась в зоне замены Татьяна Попова, мне кажется. Ну, хотя, а мне принципе, кажется, она стояла там. Да? Да. Ну, почему бы сейчас надо не сделать замену, тем более, что мяч еще не введен в игру. Ну, судьи... Прессинг по всей площадке. А, ну, такой сдерживающий. Да. Малашенко. Лори Мор. Малашенко. Точно. Три очка. И тайм-аут. А, нет, замена. Татьяна Попова меняет Екатерину Сытняк. А, и Вологда включила прессинг по всей площадке. Легко справляется с этой задачкой. И не будет, я думаю, атаковать. Нет, будет атаковать Кристи Толивер. Ну, в общем, там широко открыто было. А, набирает 19 очко, становится самой результативной в составе обеих команд. Катерина Кейро. Хорошую пластику и... пространственное мышление продемонстрировала сейчас Катерина Кейро. Находясь, по-моему, спиной к кольцу, да, она выбрасывала мяч. Второе персональное замечание Кристи Толивер. Один из двух реализует Катя Кейро. 58-72 за минуту 15. Не торопится динамовки. И какая красивая скидка на периметр была Татьяне Поповой. Ну, в общем-то, я бы сказал, что чисто теоретические шансы остаются сейчас у Вологодской Чевакаты. Плешкова, атака из угла. Мяч даже не касается дужки. Кристи Толивер. Будет решать сама? С остановки, ну, вот и получите. Точно. 21 очко Кристи Толивер. Катя Кейро
трехочковое попадание. Наверное, это уже, я бы сказал, больше утешительное такое. Таня Попова. Ну что, московская «Динамо» проявила характер и волю к победе прежде всего. И побеждает в этом матче на чужой площадке со счетом 74-61. И завоевывает пятое место. С чем мы их поздравляем. А ты не знаешь, мы можем посмотреть, как сыграли матч второй? Ну, честно говоря, мне это не сильно интересно в данный момент. Пятое место для московского «Динамо», несомненно, успех. Да, после седьмого места, которое они занимали в регулярке, Владимир Штам благодарит Катерину Сытняк, я думаю, как капитана команды, и поздравляет всех своих игроков. Аплодисментами приветствуют и вологодские, собравшиеся зрители в Вологодском дворце спорта, несмотря на поражение в последнем матче сезона. Но, тем не менее, Благодарят они свою команду, да. Определенные плюсы в этом сезоне были и у Вологды. Прежде всего, это шикарный дворец спорта. Согласна с тобой. Большое количество зрителей. Что по матчу сегодняшнему у тебя? Какие мысли? Кто главный герой? Я думаю, в составе «Динамо» московского это Кристи Толивер, набравшая 21 очко, а также Кристал Ленхарн и Екатерина Сытняк. Сытняк набрала 17 очков, а Кристал 15. В составе «Вологды» я бы выделила, наверное, Лори Мор, набравшую 14 очков. К сожалению, они не помогли. Команде одержать победу. Но, тем не менее, мы увидели хорошую игру. Лена Харченко танцует возле судейского столика. Наверное, это победный танец. А тем временем нам показывают еще игровые моменты. Попадание трехочковое Олеси Малашенко. Один бросок совершила команда Вологды Чивакате, реализовав 21.34% и 28.60% Динамо 47%. Количество подборов 33 подбора у Вологды и 36 подборов у Динамо. И у нас готовится интервью с капитаном команды Динамо Москва Екатериной Сытняк.
Капитан московского «Динамо» Екатерина Сотняк, поздравляем с победой и с пятым местом. Были уверены в сегодняшней победе? Нет, уверенности, конечно, полностью процентной не было, потому что мы знали, насколько сильно девчонки как играют хорошо, и команда очень сильная, очень хорошо комплектованная. Было очень сложно, но удача на нашей стороне всего. За счет чего оказалась удача на вашей стороне? Может быть, я думаю, что, может быть, переломным моментом была зона, которую мы стали во второй половине. Поэтому как бы они немножечко потерялись, и за счет этого мы убежали и забили какие-то свои мячи. Что в перерыве говорил тренер, если помните? Тяжело вспомнить. Но просто, чтобы собрались, чтобы играли как бы друг за друга, все вместе. И он всегда в нас верит, самое главное. А вы в него? Тоже. Пятое место – успех для московского «Динамо»? Считаю, что в этом году – да. Особенно с приходом американок, они нам очень помогли. Вот. Поэтому я считаю, что в данной ситуации – да. По сегодняшнему матчу и вообще по серии за пятое место в своей команде кого отметите? Сегодня просто всех, потому что как бы каждый внес и сделал все, что мог. Ну, это мое личное мнение, там, как тренер, я этого не знаю. По прошлой игре, ну, естественно, американцы помогают нам очень сильно, но девчонки делают все, что возможно. В вологодской команде кого-то отметите? Мура, я думаю, она очень помогает, тоже очень грамотно разыгрывает все. Ну, все, я считаю, но они, я не знаю, почему так получилось, но вот результат итог такой. Большое спасибо, Кать, поздравляем с победой, молодцы. Спасибо. А мы продолжаем обсуждать статистику. Количество потерь 8,6 технических и при передаче. А у нас еще одно интервью с тренером команды московского «Динамо» Владимиром Штамом. Владимир Ильич Штам, главный тренер московского «Динамо». Поздравляем с победой, с пятым местом. Ожидаема победа? Ну, что ж, нет. В общем, мы настраивались, мы хотели, конечно, эту победу, но результат, наверное, превзошел наши ожидания, особенно если говорить о начале сезона. Третья четверть относительно легко далась, как-то мне так показалось. Вам не показалось, что третья четверть была полегче? Ну, то, что я говорил, собственно говоря, в перерыве вам, да, что задача была как-то попробовать добавить нападение. Да? Вот я смотрю на счет, мы забили за второй тайм 44 очка. Это при том, что в чемпионате мы никогда не забивали во второй половине больше, чем в первой. За счет чего? За того, что, на мой взгляд, из-за того, что поймали соперника на защите, на зону. Мы перешли в зону, и они оказались к этому не готовы, и мы несколько прорывов бежали и забили легкий мяч. Вот, говоря, в этом, наверное, ключ результата. Катя Сотняк сказала, что вера в девчонок друг у друга и в главного тренера это послужило основой успеха. Вообще, пятое место для «Динамо» – это успех? Без сомнений. За последние годы, несколько лет, я даже что не припомню, когда мы там были пятыми. В прошлом году восьмые, в позапрошлом не помню. Конечно, успех большой. Просто, понимаете, в чем дело? Там, великий говорит, да? И поражение от победы ты сам не должен отвечать. Поэтому, что такое пятое место для «Динамо»? «Динамо» – клуба, который 15 раз выиграл чемпионат страны. В общем, это ничего. К сожалению, «Динамо» сейчас борется за эти места. И задача наша, прежде всего, попробовать вывести этот клуб на другой уровень. В этом успехе, с вашей точки зрения, ну, кроме главного тренера, естественно, кто внес основной вклад? Очень помогла пришедшая в середине сезона Ира Соколовская из русских игроков. Наконец-то, оправившись от травм, заиграла в свою силу Таня Попова. Приятно удивила Лена Харченко, которая по ходу сезона все время добавляла. И неоценимую роль, на мой взгляд, в команде, в создании хорошего микроклимата внутри, сыграла Катя Сотняк. Она была тем вот связующим звеном. И громадное спасибо и низкий поклон за то, что она не ушла в свои личные переживания, потому что она не всегда выходила в старт в составе. И тем не менее, она смогла сделать, объединить вокруг себя команды. Это была действительно команда. Выше перечисленные игроки остаются на следующий сезон? Или пока рано говорить об этом? Мы надеемся, что с нашим предложением остаться, согласятся все те, кого мы перечислили. Вопрос только в том, что у девчонок же ведь
короткий спортивный год, им надо зарабатывать деньги. А бюджет «Динамо» на следующий год, видимо, будет чуть ниже, чем в этом. Как совместить новые задачи, новые запросы игроков с понижением или составлением даже на прежнем уровне зарплат, вот это та проблема, над которой мы будем сейчас ломать голову весь май месяц. Главное дело не в количестве денег, да, важно при этом еще и получать удовольствие, а мне кажется, по той игре, которую сегодня демонстрировали динамовки, выходящие на паркет, и даже те, кто не выходил на паркет, мне кажется, команда получает удовольствие от баскетбола, команда получает удовольствие от главного тренера. Согласитесь с этим? От главного тренера я боюсь так соглашаться. Знаете, по-моему, Еремин говорил, да, что главный тренер – это такая профессия, когда надо быть все время немножко сволочным. Да? Потому что ты должен рассказывать игроку, который ты точно знаешь, что сегодня измен не выйдет. А ты ему расскажешь, какой он хороший и великий, как совместить эту правдивость, искренность и то, что происходит на площадке, это довольно сложно. Поэтому насчет главного тренера не знаю. А вот насчет остального, знаете, в чем дело? Я думаю, что очень трудная будет задача, на самом деле, поставить новые задачи и достичь их. При том бюджете, который есть. Ну, как он? Там не Мухтар, помните? Он постарается. Вот. Мы постараемся. Желаем вам успеха в следующем сезоне. Еще раз поздравляем с пятым местом. Вы молодцы. Вот мы сейчас слышали интервью главного тренера Владимира Штама. Он отметил в своей беседе Елену Харченко. Она сегодня, пусть не забила ничего, но сделала 9 подборов. А каждый подбор на весь золото. А у нас интервью с главным тренером Ольгой Александровной Шунейкиной. Главный тренер Вологодской Чевакаты Ольга Шунейкина проиграла Чеваката в матче за пятое место и оказалась в итоге ниже московского «Динамо», которое в регулярке было ниже вологодской «Чевакаты». С вашей точки зрения, это победа «Динамо» или поражение «Чеваката»? Считаю, ну, это обоюдное, наверное. Все внесли свой вклад, скажем так. Вот. Если брать чисто игровой момент, да, допустим, все, что говорит протокол, все цифры, кроме одной, говорят о том, что мы сыграли не хуже ни по потерям, ни по подборам, ни по каким-то другим моментам. Единственная вещь, которой мы уступаем, и это объективная причина того, почему мы проиграли сегодня, это процент реализации, скажем так. Вот, к сожалению, да, 9-2. Один игрок, 4-0, второй игрок, 11-4, третий игрок. И поэтому все закономерно на самом деле, потому что баскетбол сводится к тому, что мяч все-таки должен попасть в кольцо. Ну, броски броскам рознь, да, потому что очень много было свободных атак московского «Динамо», и не слишком много свободных какие-то сложности создала команда московского «Динамо» сегодня в вашей команде? Значит, я бы поспорила на тему очень много свободных бросков у московского «Динамо». Да, 2 броска из угла Кати Сытняк, все остальное было построено на игре Кристал Толивер, потому что с мячом всю вторую половину была Толивер, и игралось все на двойке, и мы один в один сложно справиться с этим игроком. Мы вынуждены были где-то там помогать, и они разбрасывали. Только поэтому были свободные броски. Не будь в составе московского «Динамо» Толивер, я думаю, все было гораздо проще. Да? Я должна дать должное этому игроку и ее голевым способностям. Вот и все на самом деле. Вот. Еще раз повторяю, то, что поставило «Динамо» зону, совершенно это правильное решение, учитывая то, что с дистанции все, кто не атаковал, все это было мимо кассы. И даже если, например, доводили мы до центра, например, до той же Юлии Киселевой, что правильно «Динамо» делала, они на них фалили, зная, что процент реализации штрафных тоже не самый лучший. Вот, поэтому, ну и учитывая, что Джессика, насколько все могут судить, она не очень хорошо готова в этом году, и не в лучшей форме находится физической, вот, я не знаю, может быть, я считаю, не совсем она могла бы, даже Юлька, я бы могла отметить, что она неплохо там все это, она внутри создавала больше проблем для «Динамо», но еще раз повторяю, «Динамо» выбрал правильную тактику, фолов на ней, поэтому даже оттуда мы не могли набрать очков, что, в принципе, всегда деморализует, на самом деле, команду. Один свободный бросок мимо, второй игрок мимо, из-под кольца это тоже мимо. То есть мы не набираем этих очков, которые вроде бы должны быть. И в итоге получилось так получилось. Сезон закончен, к сожалению, для Вологды, к счастью, для московского «Динамо». Вы второй сезон заканчиваете в качестве главного тренера Вологодской «Чевакаты».
Какие ваши ощущения? Вы довольны сезоном? Вы расстроены его итогами? Что вообще, какие эмоции вы сейчас испытываете? И сейчас, и по сравнению год назад. Я расстроена, что мы не смогли зацепиться, да, допустим, в матче за пятое место, да, и, конечно, я расстроена, как любой тренер, наверное, на моем месте был бы расстроен. Вот. Что касается самого сезона, он был непростой. Много моментов различных было и с болячками, и с, скажем так, внутренним вообще состоянием команды, были разные моменты. Вот. Я благодарна девчонкам всем за работу. Я получила очень хороший опыт, не только что касается как тренера и как человек, который живет в коллективе, сталкивается с различными проблемами. Позитивный опыт или негативный? То, что будет позитивный, на самом деле, есть опыт. Вот. Поэтому я не стала подробно останавливаться на этом моменте, это, наверное, не для этого интервью. Вот, значит, ну все, я хотела поблагодарить девчонок и болельщиков, которые поддерживали команду. Вот, потому что не секрет, наверное, да, что я уезжаю, два года, которые я работала в клубе, поэтому я всех, кто за нас болел, кто желал нам добра, я хотела бы поблагодарить. Ольга Александровна, я хочу от имени болельщиков и от всех зрителей поблагодарить вас за вашу открытость, за вашу доступность, за вашу готовность к диалогу и к ответам на вопросы, не всегда простые, но тем не менее, большое спасибо вам. Спасибо. Всем счастливо. Ну, на этой жизнеутверждающей ноте, я думаю, что мы закончим сегодняшнюю трансляцию, которую сегодня провели для вас Бизоны ТВ. 61-74. Вторую игру финала за пятое место выигрывает московская «Динамо». И со счетом 2-0 это самое пятое место завоевывает. Ну, а мы со своей стороны благодарим вас всех за то, что были с нами. Я надеюсь, что у нас еще будет ряд ток-шоу в межсезонье. И баскетбол же, Свет, это же баскетбол, это такая игра, которая всегда дает повод о чем-либо поговорить. Подумать, поговорить, обсудить, что на следующий сезон команда. Одна команда выигрывает, другая команда проигрывает, одни расстроены, другие пляшут от счастья. Это жизнь и это баскетбол. Не нужно останавливаться на этом, я думаю. Жизнь на этом не заканчивается. Конечно. В Вологде прекрасный дворец спорта, которым персонально хочу сказать спасибо директору Олегу Киселеву, который создал для нас фантастические условия для нашей работы и для нашей трансляции. Я думаю, что Светлана присоединяется в словах благодарности и к баскетбольному клубу Чуваката. И большое спасибо вам, уважаемые сети зрители, за то, что были с нами, за то, что смотрели, за то, что высказывали свои мнения. Ну и до следующих, как говорят, на большом... До новых встреч на паркете. Смотрите баскетбол, играйте в баскетбол, и будет вам счастье. Всего доброго.